Всем привет, там я Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сероде на ролеплей Центральный Округ. Мне здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить мои регистрации. Сразу, пацаны, извиняюсь, что не было неделю не было родины, потому что, блин, пацаны, я не мог записать, у меня были дела, во-первых, во-вторых, постоянно был забит сервер, а утром или ночью я не мог записывать, как бы у меня были дела. Поэтому, извиняюсь, пацаны, восстанавливаюсь, буду каждый день выпускать родину, ну, стараться выпускать каждый день. Поэтому ставьте лайки, пацаны, и погнали. Я наконец-то сегодня хочу посмотреть работу пилота, потому что я 3 дня пытался записать про работу пилота, понимаете, и постоянно не было самолета. И это просто жесть, понимаете? Постоянно сервер забит, и постоянно нету самолета, чтобы поработать. И это очень печально, на самом деле. Нет, я в Карина. Блин, а сейчас онлайн как бы небольшой, сейчас утро, я зашел в 9 утра. Сейчас 3 сентября, сейчас все в школе. Как бы я знаю это, потому что все сервера пустые, там даже 150 человек ни на каком сервере нету. Там на родине больше всего сейчас онлайн, на 130, там на других проектах там по 50, по 80 человек только. Поэтому, кстати, аэродроп, но у меня, я не могу его забрать, как бы. Ну, пусть тут лежит, в принципе. Я думаю, кто-то его да заберет. Все, летим в аэропорт, я думаю, сразу же посадка пассажиров. Блин, надеюсь, хоть сейчас будет самолет, чтобы я смог спокойно взять и поработать. Потому что я очень хочу уже поработать на этой работе. Я такого нигде еще не видел, пацаны. Поэтому, блин, я хочу реально поработать. Просто хочу поработать. Надеюсь, сейчас здесь такой прям очереди нету огромной, потому что это пипец. Это реально пипец. Так, глушим, все. Там люди, кстати, работают. Но... Можно мне самолетик, пожалуйста, один? Ну, хотя бы один самолетик было бы реально неплохо. Если сейчас здесь не будет, полетим уже в Лыткарино, может там есть самолет, если здесь сейчас не будет. Потому что сегодня я обязан просто снять про эту работу. Все уже попробовали, кроме меня, это довольно-таки печально. Так, быстренько сейчас устраиваемся, тудым-сюдым. Это все я знаю. О, кстати, форму поменяли, так. Сюда надо, да. Если сейчас еду самолета, я просто охренею, серьезно. Ну, блин, онлайн как бы... Кстати, подниматься начал онлайн. Как бы, да. Сейчас измерим давление, зрение проверим и температуру померим, в принципе. Я думаю, вы это уже все видели. Я, наверное, последний, кто об этом снимаю, в принципе. Поэтому, пацаны, извиняйте. Но я думаю, вам все равно будет интересно посмотреть, как эта работа от моего лица будет выглядеть, в принципе. Поэтому, да. Так, теперь нужно нам сюда. Так, занимаем место. Все, садимся. Так. Из-за чата ни хрена не видно. Так. Х. З. О. Главное не спешить. Д. И. М. Так, Е. Обратно Х. Л. Л. Так. У вас все в порядке. Подходите, измеряйте температуру. Все. Вы уже мерили давление. А, это давление, а где температура? А, вот. Все. Меряем температуру и попробуем уже полететь, в принципе. Так, все, мы это все радостик. Так, у вас все в порядке. Медицинское обследование. Так, метка. Ваша квалификация. Блин. Ну, нету этого самолета обратно. Я просто в ахере. Я просто в шоке. Кто скоро будет сдавать самолет начального класса в Арзамасе? Давайте спросим Арзамасе. Вы не на дежурстве. В смысле? Ну это пипец. Невада, Андромеда. Это все мне недоступно, понимаете? Мне нужен самолет первого класса. И его, блядь, нигде нету просто. Нигде. Это просто пиздец. Серьезно, я уже не знаю, сколько нужно ждать, чтобы этот самолет посмотреть. UL, посадка пассажиров. Я не знаю, что делать, пацаны. Я уже просто, меня уже бомбить начинает, понимаете, 4-й день, блядь, уже не могу поработать просто.
Полетели в Лыткарино, не знаю, что делать, потому что у меня сейчас бомбанет, я, блядь, сейчас нахуй выйду просто и все, и нихуя не буду снимать. То серьезно, это такой бред, блин, ну почему так мало самолетов, серьезно, ну почему? Пиздец просто. Просто пиздец. Так, я прилетел в Лыткарино, если сейчас здесь нету самолета, я просто не знаю, что делать, серьезно, потому что я уже зашел утром, мы даже не можем, понимаете, посмотреть, чтобы получить рейс. Бла-бла-бла, это я все знаю, хорошо, переодеваемся, идем, меряем давление, потом температуру, точнее зрение, потом температуру. Давайте, хорошо, но сейчас я не смогу взять самолет начального класса, то есть первый самый, то это будет просто полная жопа. Так, момент истины, все, для получения рейса пойдите в бюро, хорошо. Слава, блять, просто богу, серьезно, потому что это пиздец. Наконец-то я смогу. Формирование документов. Хорошо, без проблем. Ай-яй-яй. Наконец-то я хоть смогу поработать и показать эту работу вам. Потому что, серьезно, я задолбался постоянно летать туда-сюда и искать этот самолет. Так. А вам выдан чемодан с документами на рейс Лыткарино Южный. Вам необходимо забрать самолет со стоянки и подать его на посадку к телетрапу. Ага, хорошо. Необходимо подать самолет на посадку. На весь рейс выделено 12 минут. Вот это уже другой разговор. Наконец-то, блин, наконец-то. Знаете, какие там еще самолеты есть интересные? Вон, раз, два. Нихера себе. Ну, что-то немного провалился, правда, но бывает что. Ну все равно это круто, пацаны. Так, сейчас будем взлетать. А, не, нихера. Нихера, я что-то перепутал немножко. Так, надо развернуться. Я чуть перепутал, я думаю, мы уже взлетаем. Надо к этому трапу подлететь. Так, приземляемся. Аккуратно, блин. Тормози, блядь, тормози. Блин, только я могу так работать, конечно. Бля, это пиздец. Можно было как-то, блин, побезопасней, да? Я знаю, на этом самолете, кстати, летал. Не на этом серии, но летал. Так, давайте назад отъезжаем. К этому Трампу. А, ну типа Трамп это автобус, чё? Я думал, надо к трубе вот и подъехать. Так, посадка пассажиров. Отлично. Отлично. Сейчас мы полетим... Первый свой рейс, пацаны, с вас просто без на лайки. Просто лайки. Так, все, нужно нам теперь лететь, да? Типа, вот, мы отъезжаем, там, бла-бла-бла, завершена на борту, пассажиров 10. Вместимость самолета 16. Вам... Угу. Взлет на посадке, следующий по чекпоинтам. Хорошо. Фух, полетели, пацаны. Или не полетели, так. Нам обратно разворачиваться надо. А что так много разворотов, я не понимаю. Что-то серьезно, сильно много разворотов. А, я понял. Нам в эту сторону лететь придется. Ну, конечно, лучше длинным маршрутом полететь. Так, убираем шасси и полетели, в принципе. Не, ну блин, это очень крутая работа, которой нету нигде, кроме родины. И это реально круто. Так, если ваша высота будет ниже 35 метров вне зоны, тогда рейс будет провален. А как у меня высота, сколько? Я просто хз. Блин, а что там, там краш как бы в той зоне, поэтому... Давайте я еще выше поднимусь. А, и все, типа, лететь можно как угодно, да? Типа, чекпоинты не надо собирать. Просто нужно лететь. Блин, ну это очень круто, пацаны. Давайте я даже скриншотик сделаю. Оп. Все, полетели. Нереально, это очень круто, блин, я такой работы еще нигде не видел, ни на каком проекте, поэтому это очень круто. Так, у нас скорость 260 километров. Интересное кино. Хорошо, что они спидометр не сделали. В смысле, что ты падаешь, алло? Стоп. А если возле Слендера пролететь и самолет типа вырубится, то все, это пиздец будет? Серьезно, блин, я вот, вот смотрите, вы летите, типа, радуюсь, радиус Слендера, он же, типа, глушит весь транспорт, там, и так далее, и телефоны,
И типа, если пролететь над лесом, и там будет слендер, то если на самолет это повлияет или нет? Вот серьезно, это интересно. Так, теперь нужно будет приземляться, да? Оп, вот чекпоинт, кстати. Сейчас красиво подберем его. Оп. Так, теперь надо развернуться, блин. Немножко я проеду. Ну, вы поняли, да. Так. Все, теперь нужно идти на посадку. Разворачиваемся. Пускаем шасси и тормозим. Тормозим, тормозим, тормозим. Аккуратненько приземляемся. Оп, 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 оп. Все. На попочку приземлились. Все, можно спокойно теперь выгружаться, да? Так, тормози, тормози, тормози. Леша, блин, что-то он поворачивается вообще хреново. Так, ну, советская техника, ёпта. Так, теперь мне нужно к этому автобусу подъехать, да? Я так полагаю. Во. Затемнение, конечно, ну прикольно сделали, красавчики, серьезно. Реально красавчики. Это очень круто, что они сделали вот такую вот работу. Серьезно, родине респект за это. Потому что таких работ я не видел. Так, отправляйтесь на стоянку к чекпоинту. Ага, только после этого рейса будет засчитан. Ага. Оп. Типа обратно разворот. А когда деньги заплатят, алло? Можно валюту, пожалуйста? А, типа на этот чекпоинт или что? А. Рейс успешно завершен. Заработано 7000. Как выход к самолету. А, нам нужно сюда обратно бежать. Что обратно надо температуру, эту всю хуйню проходить. А, вот, заебись, все. У нас все заебись, нам не нужно ничего проходить, походу, да? Давайте еще один рейс сделаем, я думаю, лишним это не будет, по-любому. Так, вот, все, я уже в самолете, в принципе, так. Не, мне эта работа нравится, но, блин, при полном онлайне на сервере просто здесь невозможно работать, потому что все самолеты будут заняты. Это мне повезло, что я утром зашел, и то онлайн уже 150, пацаны, и большая вероятность того, что могут занять все самолеты. Потому что здесь сейчас работают все. Это обновление добавили, по-моему, неделю назад. Ну, да, где-то так, в принципе. Все, загружаемся снова, в принципе. Посадка пассажиров. И будем лететь, я так понял, в Иткарино. Ну, в принципе, неплохо. 7000 за рейс. Как бы здесь ничего трудного нету. Можно даже под музыку там полетать, знаете. Чисто и заебись будет. Потому что здесь прям такого сложного ничего нету. Ну, если вы никогда не летали в криминалке, либо в сампе, то вам будет, конечно, сложно. Ну, а так, эта работа доступна 6 уровня, если что. У меня 19 уровень, мне, в принципе, хватает. Так, давайте сейчас полетим. Наш второй рейс. Не, ну, я серьезно очень хотел попробовать, попробовал, и я не разочарован, как бы. Я ожидал, в принципе, подобного, как бы. Поэтому работа мне очень даже понравилась. Так, все, взлетаем, в принципе, и будем сейчас лететь в сторону Лыткарина. Так, раз, чекпоинт, и туда еще чекпоинт, да? Типа нужно лететь тем же маршрутом, я так полагаю, да? И куда нам лететь? Так, давайте повыше я взлечу. А нам чисто, типа, в эту сторону лететь? Не, вообще можно лететь как угодно, но, типа, нам показывают самый короткий маршрут, я так полагаю. Так, следите за своей высотой. Слева, снизу. А, так у него высота, ебать, нихуя себе. Почти 400 метров. Поэтому, я думаю, ничего страшного в этом нет. Там надо сколько? 30 метров, по-моему. Или сколько? А, 35 метров. У меня он почти 400 метров, даже выше. Поэтому мне это не страшно, в принципе. Сейчас мы пролетаем Арзамас. Типа, вообще, рейс занимает, ну... Ну, 2 минуты где-то, да? Где-то так он занимает этот рейс. И вы за это время получаете 7000, как бы это очень быстро. За час, я думаю, можно заработать, ну, тысяч, наверное, 100 точно, я думаю, можно заработать.
поэтому может здесь, в принципе, работать. За 100 тысяч можно купить довольно-таки неплохую машину, я думаю. Поэтому всем советую здесь работать. Так, идем на вниз, я так полагаю, да? Оп-по-по-по-ро-по-по. А, это мы в южный летим или что? Ах, да, это мы в южный летим. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то я с посадочкой немножко накосячил, блин, тормози. Тормози, 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 тормози. Блять, чувак, наверное, охуел, я перед ним прям вылетел, такой чисто пацан с района, блядь. Тут людей, кстати, много, смотрите, вон раз, два. Ядрить твою налево, смотри, сколько самолетов. Так, разворачиваемся, чувак на взлет пошел. Так, но мне нужно встать вот сюда. Прикиньте на том, на, а тот самолет типа тоже рабочий? Я просто не знаю, он такой огромный, блядь, вот на нем, мне кажется, неудобно работать. Я так понял, чем выше тебя скилл, тем лучше самолет тебе доступен, типа быстрее, я так полагаю. Ну хотя это тоже немедленный, как по мне. Либо можно будет больше людей перевозить, типа. А, ну, наверное, скорее всего, больше людей надо будет перевозить, поэтому... В принципе, да, вот такие вот дела. Ну что ж, я думаю, мы на этом, пацаны, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, этот самолет тоже прикольный. Работайте, кто желает, в принципе, 6 уровня, поэтому... Сколько? А, за спину всего 14 тысяч заработал я. Ну, давайте я сейчас дам работу, в принципе, при вас. Ну, по идее, я же должен вот здесь давать работу. А, ну да, да, по идее, здесь. Вот, 14 тысяч я заработал. В принципе, неплохие деньги, мне работа очень понравилась, всем советую. Ну что ж, на этом у меня все, пацаны, всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.